Здравствуйте, меня зовут Олеся. Я хореограф школы танцев Марте. И мы представляем вашему вниманию серию видеообучающих уроков по танцам сальса, бачата и бразильская самбо. В этом уроке мы научимся танцевать базовые движения танца сальса. Для начала нужно предпринять правильное положение тела. Собираем руки перед собой, садимся на левое бедро. Правое колено согнутое. Делаем шаг с правой ноги, выпрямляем колено, переносим бедро и вес. Следующий шаг. С левой ноги выпрямляем колено, переносим вес. Три счета, четыре пауза. Раз и два и три, четыре пауза. И раз и два и три. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Попробуем под музыку. Este no es el lugar ni nuestro destino. Mejor no ser amantes, si tan solo ser amigos. Следующее движение – это базовый шаг вперед-назад. Вперед мы шагаем с левой ноги, назад с правой. На раз делаем шаг вперед с левой ноги. На два переносим вес назад, шагаем правой ногой. На три подносим ногу и делаем паузу. Назад с правой. Раз. На месте. Два. Подставка. Три. Четыре. Пауза. Раз. И два. И три. Пять. И шесть. И семь. И раз. И два. И три. Пять. И шесть. И семь. Раз. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. Раз. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. Принцип движения остается тот же самый. Мы наступаем всегда на согнутую ногу, вторая нога выпрямляется. Когда мы с ноги уходим, мы распрямляем колено и приходим на согнутую вторую ногу. Посмотрим это сбоку. Раз. На согнутое колено. Два. Три. Четыре. Пауза. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Пауза. Посмотрим, как это будет под музыку. Sé que has dado de ti lo que has podido y a veces nos engaña el corazón por un capricho. Este no es el lugar ni nuestro destino. Mejor no ser amantes, si tan solo ser amigos. Следующее движение – это боковые шаги. С левой ноги на раз шагаем в сторону, вес ровно под корпусом. На два переносим вес на правую ногу, на три подставляем левую ножку к правой. То же самое в другую сторону. Раз, нога вправо, два на левую, три подставка. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Не забываем сгибать колено, на которое мы встаем. Вид сбоку. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Посмотрим, как это будет выглядеть под музыку. Следующее движение – это основной шаг сальсы кассино. С левой ноги мы шагаем назад на согнутую ножку. На два переносим вес на правую, на три делаем косолапый шаг в сторону. Это нужно для того, чтобы повернуть бедро. На раз шагаем назад, на два переносим вес на левую ножку, на три поворачиваемся правым боком. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Сбоку. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Если вы уже научились делать этот шаг, вы можете его украсить, добавив счет 4. Раз, два, три. Вместо паузы мы делаем подставку и тап ногой. Правая, левая, правая, точка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
При этом колено опорной ноги распрямляется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Посмотрим, как это будет под музыку. Следующим движением будут повороты. На повороты мы будем переходить из базового шага вперед-назад. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Поворот начинается в правую сторону с левой ноги. На раз мы шагаем перпендикулярно. На два доворачиваемся, ставим правую ножку. На три докручиваемся до полного поворота и переносим вес обязательно на левую ногу. Еще раз. Раз, два, три. Пять на левую, шесть на правую, семь докрутились на левую. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Обязательно во время поворота сохранять работу коленей и бедер. Тот же самый принцип при повороте назад. Мы начинаем шагом вперед. Раз, два, три. С правой ноги начинаем вращаться. Ставим ножку выворотно. На два переносим вес на левую ножку. На три переносим вес на правую. Раз, два, три. Раз, два, три. Желательно вращаться как можно более компактно, сохраняя положение тела. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Попробуем скомбинировать это с основным шагом. Раз, два, три, пять, шесть, семь. И поворот. Раз, два, три. Шаг назад. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Поворот назад. Раз, два, три. И вперед. Пять, шесть, семь. Посмотрим, как это будет выглядеть под музыку. Теперь мы попробуем собрать все эти фигуры в одну схему. Начнем с основного шага вперед-назад. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Поворот вперед. Раз, два, три. Дотанцовываем назад. Пять, шесть, семь. Шаг вперед и поворот назад. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Вперед-назад основной шаг. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Два раза повторяем боковые шаги, начинаем с левой. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Два раза повторяем шаги назад, начинаем тоже с левой ноги. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. И заканчиваем схему, два раза повторяем марша, также с левой ноги. Раз, два, три. 5, 6, 7. Посмотрим, как это будет выглядеть под музыку. Спасибо за внимание. Увидимся на занятиях в школе танцев Марте.